решил сравнить конвой и китайский народный фонарик, самый известный. Сейчас мы его переключим в самый яркий режим. Так вот светит китайский народный фонарик за там 300-350-400 рублей примерно он стоит. Такой пучок света он дает от меня до здания где-то метров, наверное, около 10. И под колеса велосипеда можно свет направить будет вот так вот. В принципе, светит очень хорошо. Так, а теперь для сравнения включаю конвой. Вот это 30% от мощности, да? Выключаю китайский фонарик. А вот так вот светит конвой на 100% мощности. Вот такую засветку, да, вот так вот темно, так вот светло он дает. То есть мощность очень большая. Сейчас еще раз. А, нет, даже вот 100% мощности получается. Вот это вот 100% мощности. 10% у конвоя, 20% у конвоя. Уже можно ехать, уже света за глаза. 30%. Я езжу вот на таком свете, на 30% мощности. Мне этого вполне достаточно. И, соответственно, сейчас я включу китайский фонарик. Это сейчас. Оп. Вот это самая большая мощность у фонарика за примерно 350 рублей. То есть для поездок на велосипеде этого света достаточно. Но по сравнению с конвоем, который просто все заливает, конвой очень хороший фонарик. Прикольный.